Всем привет, с вами Роман. Продолжаем прохождение второй лектории из Абразилии. Нам осталось разобраться с Зиберией, только и все. Мирное развитие будет дальше. Так. Так, это пускай Пуэрто-Рико развивается потихоньку. Берия требует мира. На чешуеве. Так, освобождать земли пускай. Так. Там, тарам-та-там. Быстроходные корабли. Максимальная скорость флота. Плюс один, это хорошо. Так, деньги пока в плюс у тебя идут. Но войну надо закончить. Ух ты, сколько бригад максимум. Потом надо будет восстановить армию до этого числа. Так, что у нас тут есть? Франция. Французские реакционеры. Вот уж страна революции точно. Президентская диктатура. Так. 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 Ну что, без изменений? Армии-то. Так, армия. Ух ты. Они пригодились бы. Так. Улучшить отношения. Да. Замечательно. Очки исследования копятся. Копятся. Что у нас? 2000, да? Так, культура. Социальное отчуждение. Так, военная усталость. Падок Запада и потерянное поколение. Промышленность. Сейчас. Частичная автоматизация. Эффективность фабрик повысим по выпуску. Так, продукции. Так. Британская Федерация. Так, этих присоединили. С этим, пожалуй, можно разобраться. И союзников нету. Так. С перемирием, ну ладно. Потом. Взрывные работы. И когда там выборы-то закончатся? 7 ноября. Ладно. И кстати, национальность в Бразилии. Что тут происходит-то? О, бразильцев побольше стало. Шотландцы. Не хотит никто туда из Бразилии ехать. Им там хорошо. Так.
никого не видать. Борьба за независимость, блин. Бум-бум-бум. Так. Еще не все. Ускорим все это дело. И военный счет у нас. Угу. Сейчас разберемся тут с оккупацией. Труповом населении. Что у нас с поддержкой партии? Так, пока перестраиваются, да? Где там есть? Ладно, пускай пока так идет, как есть. Так, отлично. Как есть. Плановая экономика однозначно. Либеральный альянс все-таки победил, да? Вот зараза. О, плюс чуть-чуть пошел. Все, наконец-то. Надо сохраниться по этому поводу. Так, сохранились, это хорошо. Теперь. Так. Ёбаные либералы. Так. Зайдем выплатить. О, там еще должны сколько? Проценты только. Ох, ох, исследования. Что народный кризис. Восточное помирание. Опять больше без нас разберутся. А, коммерция. Научный менеджмент. Давайте менеджмент изучим. Научный. Ага. И порты. Порты столицы. Так. Так. Пока только строится. Строится. Ну ладно. Плюс отлично. Никак не повлиять сейчас на фабрике. На проекты тоже. Железная дорога, в принципе, и так строится сейчас. Научный менеджмент. Когда изучишься 7 марта. Так, и образование. Так, и понятненько. Вот, вот. Вот так-то. О, плюс пошел. Так, какие. А, это все наем армию еще.
идет так. Так, выплатить. Ну, с частью суммы разобрались. Так, теперь. Не забываем посматривать по населению, что у нас. Так, 19,4. Что там у них с партией-то? Партия. 13% только голоса избирателей получит. Так. Боевой дух. Хорошо. Ладно. Исследование. Монополия Центрального банка. Так, инвестиционные банки. Пошли. А, так, низкие субсидии. Пускай. Так. Население. Так. Что-то я еще хотел посмотреть. Не забываем следить за морскими базами. И армия достраивается. Так. Так. Так, армия. Так, вот сейчас здесь посмотрим. Часть подразделений формируется. Хорошо. Так. Инвестиционно это все дело изучаться. О, фашистский марш. Что у нас? Фашисты вышли на улицу в одном из регионов для демонстрации силы партии. В черных коричневых рубашках они проходят маршем по улицам под гром барабанов. Устрашая граждан, часть министров указывает на то, что неподконтрольные государства вооруженные формирования представляют свою проблему. Предлагают поставить их вне закона. Так. Угу. И так, смотрим, поддержка населения должна расти, культура, глобальная политика, так, про армию тоже забывать не стоит, а то сильно что-то мы там отклонились. Зато по культуре прокачаны. А сам я не могу. Так. Так, двигаться внутреннего сгорания. Так, стоп, стоп. Выплатить. Так, социальная сфера.
Вот у нас, надеюсь, не страдает от этого всего. Нет, все нормально. Более или менее. Так. А ну что пока? Это я перемотаю пока. Года до 20-го. Там дальше видно будет. До 20-го года мы не дотянули, потому что у нас победил кризисская партия. То есть мы теперь можем поддержать проекты, сами закладывать заводы наконец-то. У нас сейчас нету таких средств. Просто показал, что факт есть факт. Теперь, кстати, мы выборы не можем. Так. Или можем? Нет, не будем ничего менять. Бюджет. Теперь сделаем так. Ну-ка. Оно на фабрике идет. Сейчас в плюс. Сейчас начнем фабрики закладывать. Фабрики, порты новые. Теперь посмотреть, с тем, что у нас имеется. Железные дороги все равно нам нужны будут для экономики. Так. Потом мы строим. Так, теперь. А, поддержка, конечно, однозначно. Так. Так. Мебель, роскошная мебель. Почему закрыто? Откроем. Тут пока есть куда им работать. Так. Бог нет кнопки поддержать все. Или есть? О, есть. Открыть все заводы. Все субсидировать точно. Я что-то внимания не обращал. Ладно, что у нас? Пошел плюс. Отлично. Станция. Освободительное движение. Подавить всех их. Так. Так, интересно, откат поддержит реформу, допустим. А население пофига, что насчет палаты-то? До 2 декабря ждать придется, чтобы посмотреть. А население, население. Так. Проверяем, все эти заводы у нас открыты. Да, все открыты, все субсидированы. У нас, ага. Отлично. Денег пока не хватает. Продолжаем влиять на наших союзников. Деньги. Сфера, союз. Худшее мнение тех, кто нам не нужен. Радушно пошли нафиг. Так, ухудшить мнение. Нормально, нормально, противное. Пошли некуда делать. Томанская империя. Там еще Италия сразу корабль свои тянет. Так. Ну ладно, ждем пока до 20-го года. Так, что-то запись прервалась. Видать, не на ту кнопку нажал. Так.
Тут осада у нас идет. Корабли, кстати, надо бы направить уже за подкреплением. Кораблики. Вот сюда. Так, здесь есть войска. Здесь идут, все нормально. Так. Этих, пожалуй, сюда отправим, пока они тут армию создать не успели. А вот эти тут сильно плотно как-то стоят. Тоже корабль пускай ждут. Ну или перемирие, когда с Францией закончится. Так. Огонь закрытых позиций у нас изучается. Так. Угу. Пока плывут. Мы тут оккупируем, это, по-моему, сателлит английский. Так, артиллерия, защита, поддержка, атака. Английский сателлит там. А, фашисты плюс 5%. Так. 26. У нас выгодно, если интегралистическая партия будет править, можно очень сильно тут чудить. Так, а ну-ка, активируйся. Чудить. Так, тут все строится. А, сюда пока народ пойдет работать. Так, машиностроительный завод заложим. А, проекты, не забываем про проекты. Так. Ты, блин, сколько железных дорог-то, а? Да, инвестировать. Что-то тут по мелочевке, видать, в основном осталось. И крупные тоже есть. Но не так много, так. Угу. Инфраструктуру надо прокачать. Уху-ху. Ну, по крайней мере, промышленность развивается. Так. Что у нас? Цементный, удобрение, лесорубы, стекло, даже два стекольных завода. Видать, спрос на стекло увеличился. Так. Все. О. Отлично. А ну-ка, иди на борт, а то что-то у вас там многовато. Берис. Мы не можем добавить ему повод. Так, ладно. Ладно. Чё там? Ага. Есть народ. Теперь, о, нам надо как-нибудь аккуратненько сюда приплыть. И в Британию по-быстренькому. Может, даже получится у них урвать вот этот регион. Что, конечно, нам желательно бы. К субмарине строятся. Так. Ага, разбей их. Ну что ж вы, взрывные работы. 1111. Во как. Тут все идет нормально. Так. Угу. Отсюда можно потом войска перебросить. Так. О, десант уже прибыл. Я надеюсь, мы лидеры войны. Так, да. Впереди лидер должен стоять. Правильно? Ну-ка, где этот Белиз?
сателлит-то ихний. Ага. Можем давать эту цель установления порядка. Чуть слишком много очков. Проще у них будет вот этот регион рвать. Тут у них золотишко есть. Золотишко. Так, да, золото. У них тут три региона, да, получается? Или даже... Так, это чье? Да, три региона. Или четыре. Четыре. Так. Южный кап хотим у них забрать. Вот региона. Южный... Нет. Место под солнцем. Под солнцем. Вот он. 12 очков. Отлично. Так. Все нормально идет. И вот наш... Надо за ним следить, чтобы он в засаду не попал. А то как-то неприятно будет. Так, да что у вас? Польша опозарится на наши имущества. Да нафиг мне это Польша не сдалась. Я бы и с Англией бы не воевал, если бы нас союзники не призвали. Так. 18 скорость. И вот это вот себе тоже надо будет собрать. Потому что это непорядок тогда будет. Если мы себе не заберем наши исходные владения. Так. Пум-пум-пум-пум. Коммерция. Ой-ой-ой. Тяжелое вооружение. Так. Танкетка. Нам нужны танки. Хватит одну пехоту строить с конницей. Гвардия тоже не железная. Везде не пробежится по ним. Так. Так. А вот зато танками можно там и в Америке почудить. Так. Почти. Ага, здесь все. Угу. Вот они. Почти прибыли. Отлично. Ух ты, сколько вас много. Националисты. Мы сюда высадимся. Вот так-то. Командир умер. Хреново. Хреново, конечно, он умер. Так. Как бы нам десантный флот увеличивать не пришлось. Потому что тут армия уже в таких количествах бродит. Так. Эти потом, пускай здесь стоят, с Тунисом будут разбираться. В общем, ничейные пока в сфере не втянутые. Так. Угу. Все замечательно. Банановые страны. Банановая лодка, Грузии. Ее всю ночь запрежет утро, пора домой. Песня о банановом корабле. Экспансия колониальных предприятий позволила привозить в метрополию множество ранее неизвестных товаров. Судно с бананами только что пришвартовалось в одном из наших портов. Граждане с удивлением кушают сладкий странный фрукт, неведомый латиноамериканской республике. Трюмы кораблей полны бананов, люди в восторге. Так... Вот хорошо, агрессивность спала. Механизация шахт. Так. Так. А, правильно, там 81, поэтому и идет у нас переизбыток войск. Так, отлично. Мы победили. Так, там до столицы бы до их дочапать. Эй, а чё вы дальше-то не идете? Угу. И нам наши территории бы верни. Гаяна, Карибский. Так, что там, кстати, за регион? Гаяна. Так. Вот так вот. На что фрукты?
тропическое дерево, фрукты. И снова тропическое дерево. Ух ты, нифига себе, у нас прибыль плюс 4000. Да уж. Не слабо так. Спрос-то на наши товары пошел. Так, все. Здесь разобрались. Так. Здесь тоже. Так. Вот и наш флот, зараза. Такие-то. Плыви, дебил, спасайте корабли. Пока у нас боевой флот не готов, походу придется ограниченным числом людей воевать. Но здесь уже достаточно, более-менее. Так, бабах. Так. Касается нашей мощи, да я не знаю даже, где это находится, такое место-то. Строится создать флот. В Африке. Да. Начинаем строительство там. Так. Столица уже оккупируется потихоньку. Акционеры. Нафиг с ними, все равно потом выровняется. А, верхняя палата. Угу. Так, кто-нибудь может за это голосовать? Нет? Чё, не... А за это? Ага, понятно. Значит, чтобы откат здесь совершить, нам нужно больше интеграционистов, чтобы поддерживали. Так. Так, 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 так. Поддержка партий. Замечательно. Порум-попум. Вот так. Снять приоритет. Поставить вот сюда. Танц. Сейчас мы вас наберем, сколько надо. Во. Так, 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 так. Плотность населения вот здесь. Они туда входят, нет? Входят. Ого. Ох ты, 300 тысяч здесь. Поддержка. Поддержка, поддержка. О, так мы сейчас полностью его и за этого еще одно. Во. 800 тысяч. Замечательно. Так. Ну и все. С паузы снимаем. Мы следим за нашими войсками, не забываем. Потому что там где-то еще огромное количество повстанцев бродит. Как бы они до нас не добрались раньше времени. Так, вот они где-то здесь есть. Отлично, счет у нас 13%. Блокады защищающихся, оккупация защищающихся. Ага. Так, пока армию они не создали, не дадим этого сделать. Так.
наш новый флот? Где наши подводные лодки? Еще только готовится. Ладно. Да, ЦИК опасается вторжения. Да вы не нашего вторжения опасайтесь лучше, а немецкого. Так. Кстати, союз надо заключить. Пригодятся потом. Не примут. Бесчестие. Ох, етить колотить. Я смотрю, что нам войну-то никто не объявляет. Я забыл, надо сбросить бесчестие, а то мало ли. Так, ну вот и все. Теперь союз. Так, южные германцы. Отлично. Союз с ними есть. Теперь Австро-Венгрия. СССР. Так. Португалия. Может, тоже ваш у вас? Ага. Это чей-то сателлит, что ли? Наверное, Иберия. Да. А как насчет Шотландии? Отлично. Прекрасно. Союз создан. Шотландия что, тоже решила урвать все под шумок? Так. Угу. Все идет помалеху, потихоньку движется. Так, объединить. Ага. Так, вот деньги как идут, каким счетом можно тут чуть снизить налог, пожалуй. Вот так вот. Все на максимум выставим. Социальная сфера. Так, пойдет, пожалуй. И что еще? Угу. Так, давайте же быстрее. Оккупируйте. Ага, так. Каталония. У нас же с ними был союз. Почему? Разорвался, что ли? Но не в нашей сфере. Значит, общие рынки, к тому же. О. Так, раз кораблик, два кораблик. Отлично. Где еще два? А, вот они. Столицу, столицу, столицу. Народный кризис. Так, вот, что там у них опять? И от Франции отделиться что-то хочет. Так, пароходы в пути, ладно. Так. И пум-пум-пум-пум. Ух ты, французы армию собрали, решили с националистами разобраться. Так. Угу. Я думаю, на этом, наверное, серию закончим. Давайте. Эффективность налогообложения. И продолжим мы в следующий раз. Что ж. Опа-на. Чего я не заметил. Опять у вас тут повстанцы буракосят, что ли? Так, да вроде не видать. Ну ладно. Они опять успеют потом это захватить все равно. Что ж.
Всем пока, до новых встреч. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.